друзья, всем привет! Сегодня я это видео не планировал записывать. И как вы поняли, речь пойдет вот об этом вот кабеле. Это у нас магнитный кабель, то есть вот этот вот коннектор. У нас состоит кабель из двух частей. Коннектор вставляется в смартфон и находится там постоянно. Получается, когда нам нужно зарядить, мы просто подносим вот эту вот штуку, она у нас примагничивается, и смартфон у нас заряжается. Спросите, зачем я снимаю данное видео? Отвечаю. Записать видео меня сподвигли комментарии одного из зрителей, который посмотрел видео с распаковкой и, видимо, купил этот кабель. Ну и немножко, видимо, он попользовался и пишет, что кабель полная хрень, толком не заряжает, ну и так далее. В общем, кому интересно, посмотрите вот видео, я тут оставлю ссылочку с распаковкой этого кабеля. Там есть эта переписка. Ну и еще это видео как ответ одному моему очень хорошему другу. Я думаю, он поймет, о ком речь. Ну и дабы развеять все сомнения по поводу работы этого кабеля, я вам сейчас покажу, как он работает. Итак, что я приготовил? Вот сам кабель, смартфон мой. Это у нас Xiaomi-шный Powerbank. Это у нас USB-тестер, которым будем смотреть напряжение и ток. Ну и родной кабель вот этого смартфона. Давайте для начала проверим. Вот еще зарядку я приготовил. Зарядка тоже от этого смартфона. Сейчас мы проверим сначала, давайте, зарядкой, как работает. Через, ну, напрямую получается, через зарядкой сетевой. Так. Втыкаем наш тестер. Втыкаем сюда кабель. Поддерживает быструю зарядку данное зарядное устройство. Вот смотрите, 9 вольт оно выдает. Ну и скачет ампераж так от 1 до 1,2 ампер получается в этих пределах. Так, ну давайте сейчас попробуем еще подсоединить к пауэрбанку. Это убираем мы зарядку. Втыкаем сюда. Смотрим. Не показал, что идет зарядка у нас. Вот она. Зарядка идет, горит зеленый индикатор, ну и смотрим. Параметры, смотрите, абсолютно те же самые. Ну, есть немножко просадка по напряжению, меньше 9 вольт показывает, да. Ну, учесть, что это Powerbank, я считаю, что это нормально. Как бы он справляется со своими обязанностями. Ну, теперь давайте попробуем, как работает тот кабель, который магнитный, и типа якобы он ничего у нас не заряжает. Так, это мы убираем, кабелечек этот. Сторону. Так, втыкаем сюда вот эту штуку, этот коннектор. Вставляется он очень туго, с таким щелчком характерным. Так, ну давайте попробуем сначала с помощью пауэрбанка зарядить. Так, вставляем коннектор. Включаем Powerbank. Ну и вставляем сюда. Сейчас зарядка у нас пошла. Ну и смотрим. Смотрим на USB-тестер. Ну, я думаю, что я развеял все ваши последние сомнения касательно работы. Ну, вот те же самые абсолютно параметры. То есть, этот человек там писал, что он не будет никакой там быстрые зарядки у вас там туда-сюда и так далее. Ну, в общем, комментарии там почитайте. Вот, смотрите, все работает прекрасно. Я не знаю, где он там покупал это устройство свое, то есть вот этот кабель. Как видите, здесь все работает. Работает нормально. Давайте теперь попробуем еще вот от сетевого зарядного. Смартфон заряжается, как видите, да? Зеленый горит. Ну и смотрите. Здесь то же самое. Абсолютно те же самые параметры. Никаких там ничего, ни просадок никаких нет. Ну, не знаю я. Какие еще могут быть сомнения касательно работы данного кабеля? Все, как видите, работает прекрасно. Ну и, в принципе, я могу смело рекомендовать. Кому интересно, ребята, вот покупайте такой кабель. Ну, опять же, но не всем подойдет оно. Ну, здесь вот у меня, к примеру, видите, оно как торчит. Ну, немножко некрасиво.
Было бы сверхзарядное, допустим, разъем microSB где-нибудь посередине, было бы просто отлично. Я бы с ним постоянно ходил. А так я их использую для зарядки пауэрбанков. Они у меня в пауэрбанке стоят эти. У них два и два кабеля. То есть кабель, ребята, работает. Так что можно его смело брать. Не знаю, у кого там, если еще какие-то сомнения, пишите вопросы, задавайте в комментариях. Думаю, что я развеял сомнения скептиков, которые думали, что это все барахло и ничего не работает. Как видите, все работает прекрасно. Не знаю, там, что, как его тестируют. Я его тестирую на примере, подключаю к устройствам. Я не использую никакие нагрузки. Ну, нагрузку можно использовать, допустим, к примеру, протестировав этот вот Powerbank, к примеру, да, или же зарядку какую-то сетевую. Выдает она, да, ну, ток этот сможет выдать, допустим, там 2-3 ампера, чтобы нагрузить и реально показать, как оно. Ну, а с помощью таких кабелей я не вижу никакого смысла тестировать всякие сопротивления какие-то подключать. Ну, вот вам реально живой пример. Вот я подключил к смартфону, все заряжается, все работает. Так что все ссылки, ребята, будут в описании, кому интересно. Заходите, смотрите, заказывайте. До сих пор они продаются у того продавца, которого я покупал. Так что, если вам видео было полезным, обязательно позитивно его оценивайте. Делитесь им в соцсетях. И всем пока. Еще увидимся.